В Новгородской области, как и по всей стране, усилен контроль за перевозками детей автотранспортом. После трагедии в Ханты-Мансийском округе во всех регионах проходят внеплановые проверки. Сегодня сотрудники ГИБДД инспектировали образовательные учреждения в Новгородском районе. Товарищ водитель, пожалуйста, заглушите двигатель транспортного средства. Вот после этого момента вы только отстегиваете ремень и начинаете по очереди выходить с автобуса. Безопасность перевозки детей – это отдельная серьезная тема. Многие образовательные учреждения в районах имеют в своем распоряжении специальные автобусы. Например, в Сыркове в школу привозят 40 ребят из близлежащих деревень Болотное и Вяжище. Сотрудники ГИБДД провели утреннюю проверку школьного рейса. Поводом послужил этот несчастный случай в Ханты-Мансийске, где 12 человек погибли, 10 из которых были дети. Целью мероприятия является профилактика и предупреждение нарушений в области правил перевозки детей. Первое, на что обращают внимание госавтоинспекторы, наличие ремней безопасности. Само транспортное средство должно быть оборудовано тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, опознавательными знаками перевозка детей, а также аптечкой и двумя огнетушителями. Перед рейсом автобус проходит техосмотр, а водитель – медицинское освидетельствование. В случае несоблюдения правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Что касается перевозки детей в легковых автомобилях, то здесь обязательно использование специального автокресла. Нарушение грозит денежным взысканием в размере 3000 рублей.